Махачкалинской школе номер 51 ученик смертельно ранил ножом своего одноклассника. Как сообщает региональное МВД, нападавшего уже доставили в отдел полиции. Раненый был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. На данный момент Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уточняются все обстоятельства происшествия. В то же время, по информации наших коллег с РГВК, на территории данной школы нападению подвергся и оператор их телеканала Гаджи Магомедов. Известно, что во время съемок в образовательном учреждении у него случился конфликт со старшеклассниками.